Всем добрый день. Показывали вам, как изготовить вот такие шарики из фантиков. И сегодня, так как у мамы очень часто ломается инструмент, из которого она, которым делает она эти шарики, а шариков сделано у нее уже очень много, и еще она собирается изготовить елочку, а там нужно 100 шариков. Я решила сделать ей вот несколько инструментов. Нашла кисть, ну вот обломанную кисточку, и проделала вот здесь вот отверстие. Взяла паяльник, что ли, он вот, и паяльник, и выжигатель, как бы получается. И вот таким вот наконечником, очень острым, сделала вот так. Ну, это, конечно, сейчас показывать легко, но это гораздо сложнее, очень длительный процесс, пока вот это вот все ровненько вот, вот раздвоила, получается, я вот этот кончик. Но так как они постоянно ломаются, не знаю, насколько хватит. Еще у нас есть вот такие вот от суши или от роллы, они такие вот палочки, и я решила из них тоже сделать. Ну, так как она уже сама делала, но я думаю, что если я сделаю паяльничком, то оно, возможно, получится более как бы длительно и более ровно. Для этого я беру, ну, вот на металлической основе ложу, где-то вымеряю серединка, чтобы была. И держу выжигатель на этом месте до тех пор, пока оно не прорежет, ну, как бы не прожжет, получается, вот эту вот палочку. Ну, очень медленно получается. Ну, очень хотелось бы мне, конечно, чтобы получилось очень удачно, и мама использовала ее по назначению. Ну, в общем, суть вот такая, вот оно немного прожигается, но это только чуть-чуть, вот самое начало прожжено, и нужно держать до такой степени, чтобы оно прожглось все насквозь. Вот, то есть, вот видите, вот здесь вот, как вот у меня оно входит. Вот в серединку, то оно вот так входит. Ну, потом это уж я здесь не разламываю, не разделяю их, отдам целиком. И там уже пусть она сама, либо, может быть, ей здесь нужно будет более тонко заточить, если вот это не подойдет. Может быть, это сильно тонкое будет. Но дело в том, что она иногда делает фантики очень-очень тоненькие. Вот, допустим, если посмотреть вот на такие, то они вот самые маленькие фантики идут, и кончики идут совсем, совсем уже тонкие. Поэтому вот такой способ я придумала, еще разделение палочек. Если есть желание, попробуйте. Но мы пока еще не пробовали это. Я ей делаю сюрприз такой. Надеюсь, что понравится. Спасибо всем за внимание. До свидания.